Я на аллею. Кани. Поедешь? Поедете? Куда? Кани. Или потом? Куда? Кани. Ну, они на аллее будут кататься. Аллея? Так, ладно, сейчас убрать наушники. Съезжу. У меня такие беспроводные наушники. Батарейка садится. Так, ладно. Ну что, подъедете? Мы там будем. Подъезжайте. Отдохните пока. Хорошо, давай. Догоняй, Дима. Давай. Нет, что-то мне это плохо, так что-то не знаю, непонятно, что-то крутится руль. Что-то как-то еду, и он вот тот. Ну, там налево, а вон вижу. Видишь? Так, ладно. Машина. Чего? Я машину, Маша. Да, Маша. Андрей едет. Фух, жарко. Жарко. И штаны все уже спачкал. Чего? Не успели. Но. Погнали. Привет. Не, вот так. Привет. Оп. Оп. Здорово. Оп. Привет, как дела? Здорово. Как дома? Так я тебя давно не видел. У меня уже все здесь прошло. Да? Ну все, ладно. Что, поедем? Закончим? Чего? А, мимо.
обратно. Аня, можешь берешь у меня ключ? Давай. Колонки молчат. Иди сейчас. Давай, я зайду в магазин Бастика Планету. Подождите около велика. Я сейчас прошу там Планету надо зайти. Зачем? Для насоса шланг посмотреть. И деньги взял. Ладно. Как ты на это смотришь? Да, ладно, я в магазине сейчас зайду. Провиант. Ты наш спаситель. Ты знал, что? Ага. У Андрея тоже здесь надо. Так, работает, нет планеты? На него я обиделась, он меня бьет. Да, почему? Планета работает, нет или там перерыва я нету? Не знаю, мы вчера с мамой проходили. Вроде работает, да? Надо шланг купить для насоса. А то каждый раз папу просить тоже как-то. А, у меня деньги есть. Я не знаю, сколько он стоит. А кого-то ограбил? Себя. Сам себя. Да. Прокачу. Сейчас как прокачу с ветерком. Давай. Что там дома? Все хорошо? А что дома может быть плохо? Там тебя нет? Да, все хорошо, да. Там еще шкаф. Подцепляйся. Че, кролик как раз живет? Я чуть в человека не врезалась. Да. Классно, что ему не упало. Да. Все равно не видела. О, уже кто-то сломал дым уже опять. Нет, я без одной руки могу ездить. Тоже хорошо, я вообще ездить не умею. Классно. Ты уверен, что я на него залезу? Нет, тогда я. А ты сюда сходи. Да? А я на него не влезу. Да. Никак, да? Никак. Засада получается. Подстава. Носки. Чего классные у нас? Носки. Нормально. Я и говорю, классные носки. Так, ладно, сейчас. Так что, кто подождет? Я схожу в планету. Ну давай мы подождем. Давай сейчас там напротив. Привет. Вон там может перейти. Ладно, я там.
О! Ну что, подождете? Сейчас в тенечек. Ты с великом пойдешь? Нет, в тенек. Там, короче, остановились. Иди, привозь скамейку. Хорошо, они там? Да, там тенек, там посидим. Да, давай, хорошо. Давай. Да я быстренько. Там как раз перейду. Тут красный будет, и я там перейду. Давай. Вот такое ощущение, как будто там что-то какая-то грыжа. Вот едешь, вот какие-то. А, смотри. Не понял, что колеса какие. Непонятно что-то. Попробуй проехать. Не то, не бьет нигде колесо. Вот попробуй, Андрей. Проедь. Кажется, что бьет где-то колесо. Или переднее, или заднее. Да. Ну, ешь кого-то, ешь кого-то. Когда так, едешь, тут, оно тебе как типа как чуть подскакивает как будто, а? Немножко. Попробуй. Смотри. Лично я так поняла. Что это? Старперовский русский? Да, еще советский. Ну подожди. Сейчас он подъедет. Еще советский, советский, да. Ключи там есть? Ну ключи-то я уже сам покупал. Ну ключи-то есть у него эти, которые родные еще? Велосипедные. Да, он же отличный. А так? Конечно, конечно. Все родное, кроме камер. Камеру поменял, потому что насос нигде не подходит. Как он называется? Салют S. Есть. Есть, да, немножко. Да, еще тормоза не работают. Я знаю. Да, ненадолго только. Вот тут, покатись. Всяко не сидит. Умеешь? Алкоголь не пьет. Не. Ладно, я сейчас это скажу. Давай, иди. Давай. Я там перейду. Да, да, я сейчас это, да, куда, верните, я сейчас это. Вон там, где молодежь сидит. Я в магазин схожу. Надо купить шланг для насоса. Туда, молодежи, подъедь. А там задние какие-то штуки нет? Они здесь короткие, я вам показывал. Передние, задние, красные, белые. Нет, там запад, там вот, звоночек, две педальки, наружу заглушка и что-то еще. Так, вот это штука здесь.
дальше. Эта пара пошла вниз. Ну, сюда идет ус. Эти две пластины пойдут сюда. Одна сюда, вторая сюда, вот сюда. Это прям болтами. Вот на этой штуке, да. Посадочная. Два болта здесь. И два болта, вот это нижнее будет, сюда ус пойдет. Ну, понимаете, да, ставится вот здесь вот, снизу. Вот, да, сверху плоская пластинка. То есть вот ваш комплектик получается. Две таких, да, две таких и две таких с шелочками. Давайте мы вам пакетик положим, чтобы вода, да, да? Ну, тоже лучше укрепить. Вот. Советский Союз такого не позволял. Ну, шайбы поднимали. Вы хотите запасные? Нет, я хочу, чтобы у меня усы закрепить. Там, нет, а усы? Нет, они получаются сейчас. Ваши откручиваются, это прикручивается. Нет, смотрите, здесь два отверстия идут.